Добрый вечер, а может и не вечер, кстати, нет, вечер. Вечер-вечер. Вечер-вечер, потому что первая видеопрограмма будет показана, не скроем, мы сейчас записываем, да, будет показана прямо перед твоим концертом. Александр, отец Илларион, вы видите у нас его, вот он там, где, вот он, да, он у нас прямо в небе. Вот. Вот он, да. Смотри, кстати, в камеру. Да, смотри. Приветствую вас, друзья мои. Мы начинаем 43-й выпуск программы «Вопрос обывателей». Он выходит в новом формате, теперь видео. И мы решили разделить немножко нашу программу. Вот те три вопроса, которые люди выбрали, мы просто сделаем три таких видео-выпуска. Да? Поскольку собраться нам не так... По весне, не так-то да, просто. Не так-то просто, потому что ты постоянно в разъезде, как Минск, кстати. Минск прекрасно. Прекрасно. Великолепно. Минск это очень хорошо. Вот, давайте сразу перейдем тогда к первому вопросу. Отец Илларион, скажите нам привет-привет. Вот. А мы как раз сидим на фоне. Мы, собственно, сидим в Карелии. В Карелии она такая же замерзшая, как всегда. Ну, то есть я имею в виду картинка замерзшая. Ну да, ну да. Итак, первый вопрос. Первый вопрос мы обсуждаем такой. Первый вопрос касательно вопросов. Какие вопросы самому себе надо задавать в первую очередь? Кому вопрос? В первую очередь. Ну, я как обыватель сразу. Давай. Первым делом вылезу, давай. Как всегда. Всегда же самые неумные люди вперед вылезают. Ну вот я. Это мы. Да, это мы. Поэтому мы здесь. Поэтому я скажу, какие вопросы, как я считаю. Я, по крайней мере, сам себе задаю постоянно. Это самый главный вопрос для меня лично. Почему я не умею любить? Вот для меня такой вопрос, он важен. Что надо в себе менять для того, чтобы научиться открываться. Но любить ты имеешь в виду противоположный пол? Да, или... я имею в виду, естественно, личные отношения. Узкое немного такое. Да, узкая специализация в данном случае. Мне постоянно этот вопрос задается. И от него исходя, на него наслаиваются еще многие вопросы. Например, если я понимаю, что я не могу открыться человеку, да. Хотя он мне нравится, я даже влюбился, допустим, а открыться не могу. Сразу возникает второй вопрос, а почему я не могу открыться? Что? Где? И вот ты начинаешь, я даже как-то однажды взял листочек и нарисовал схему своих страхов. О. Что от чего, куда отходит. И выяснилось, что самая корневая история, к чему все приходит, у меня, по крайней мере, это неуверенность в себе. Вот из-за неуверенности в себе... Там целая цепочка, которая приводит меня к неумению любить. Но изначально вопрос, почему да? Из-за любви. Вот так. Я как обыватель. Отец Илларион, самый главный вопрос, который задавать самому себе, вот Александр задает по поводу любви к девушке. К девушке же? Ну так, на всякий случай. Ну как-то очень уж, да, но я имею в виду, скромно звучит. Любовь-то к женскому полу? Ну, в данный момент, да. Ну, весна же у нас на дворе. Ну, все может быть. Все да, правильно. Все может быть. Весна. Отец Илларион, самый главный вопрос какой? Потому что это значит, что для Александра уже есть другие фундаменты.
Ну, естественно. Я хочу только... Тут... Надо как в новостях. Отец Илларион, плохо сын. Отец Илларион, алло. Я бы хотел уточнить один только момент, что, не, мне кажется, человек-то, конечно, сам решает, какие себе вопросы задавать. Но на самом деле это, мне кажется, все-таки слишком... Ну, если человек... Если человек неправильно это решает, то он этот вопрос никогда не решит. То есть, я имею в виду, если он задает себе неправильный вопрос, вот на самом деле надо бы себя спросить, кто я такой и зачем я живу, а он спрашивает себя, почему я не могу любить, да? То есть, он сразу задает себе вопросы второго уровня, то он их никогда и не решит, если он не решит базисные. Так, подожди, а я так понял, что первого уровня ты уже ответил на Да, на я вопрос. К тому говорю, что ну... многие очень люди склонны спрашивать, склонны цепляться к себе в мелочах, угу. вместо того, чтобы подняться на первый уровень и решать базисные вопросы, от которых эти мелочи зависят. Но кто-то идет снизу вверх, кто-то сверху вниз. Если кто-то идет со второго уровня, он никогда ничего неправильно, прежде всего, ничего не решит. Прежде всего надо... Мне кажется так, мужчине надо найти, например, свой, скажем, жизненный путь, то есть понять смысл жизни своей, к примеру. Ага. Ну, женщине, наверное, это тоже необходимо, но зачем у женщин, путь? У женщин есть один простой момент, который называется дети, да? Да. И ее понятно, призвание материнства, это уже, в общем-то, смысл жизни как таковой, данный Богом. Мужчины с этим немного сложнее, но тоже, в общем-то, вот от этого надо отталкиваться. Призвание отцовства. А уже потом, когда... Признание отцовства если, и призвание так, потом. Извините. Если потом, когда ты для себя вот эти фундаментальные вопросы решил, потом перед тобой встают уже вопросы вот этого второго порядка. Так сказать, вопросы более мелочные, хотя тоже важные, но не настолько важные. У меня все просто, действительно, я для себя фундаментальные вопросы в основном... Uh-huh. Решил, кроме, конечно, самых фундаментальных, например, кто я и так далее. В этом мире, да? Это знает, да, это знает только Господь, по-моему, uh-huh. и другого варианта быть не может. Но, по крайней мере, у меня есть свой путь. Я знаю, зачем я живу, ради чего я живу, я тоже знаю. Чем конкретно я занимаюсь и правильно ли, что я этим занимаюсь, я тоже это знаю. Дальше уже начинаются вопросы второго уровня. Поэтому, я мне кажется, у меня есть шанс потихоньку его решить. Вот этот вопрос, почему я не могу любить? А почему ты решил, что то, что ты делаешь, это можно назвать, что ты не умеешь любить? Ну, потому что это жизненный опыт почему показывает. Ты, а почему ты, например, не говоришь, что почему меня эти сволочи не умеют любить? Нет, это исключено. Во-первых, потому что я отвечаю сам за себя, я должен решить свою проблему. А как бы ни в коем случае не... обвиняя кого-либо uh-huh. вокруг меня в том, что я такой хороший, я заслуживаю большего. Я заслуживаю ровно то, что я заслуживаю. То есть, видишь, это показатель того, что ты спустился все-таки сверху к этому вопросу, ну, а не снизу. Как бы, да. Как снизу? Смысле, а потому что снизу... Снизу откуда? С первого уровня? Первый уровень – это верх. Это самый вот, верх. Верх, да. Вот ты там да. ответил себе на вопросы. Теперь следующий вопрос. Первый уровень – это как вершина елки, да, потом елка расходится, вопросы второго уровня, потом вопросы третьего уровня, их еще больше, они еще более мелкие. Да. Потом последний вопрос – почему я сегодня, почему я не могу вовремя ложиться спать? Почему, это уже пятый почему, вопрос. Почему у меня нет денег? Это какого уровня вопрос? Примерно того же вопроса, уровня вопрос, почему я не умею любить, мне кажется, это второй уровень. Да? Ну, потому что он тоже важный, на самом деле, о многом говорит. Но мне кажется, любить все-таки чуть повыше, чем... Ну, не знаю, не знаю, смотря как. Материальная сторона жизни, духовная сторона почему жизни. Почему я не умею любить деньги, например? Вот это да. Да? Понятно. Ну, то есть я имею в виду, я к чему это говорю? К тому, что здесь, мне кажется, равнозначное движение навстречу идет от вопроса. Вопрос тоже человека найдет. Если он упорно задает себе неправильный вопрос, не решив главного, то это главное его настигнет и стукнет его по башке рано или поздно. А как понять человеку, что вопрос, который он себе задает, неправильный или правильный? Правильности выбранного пути
или правильно заданного вопроса. Ну, я имею в виду, вот если человек, допустим, неверующий, да, и не имеет этой правильной опоры, собственно, верующему человеку в этом смысле проще, потому что все ответы он может найти в Библии. И, собственно, вот в этих попытках развить свое духовное начало в соответствии с стержнем, который ему дан религией, верой. Ну, а если нет, если человек не верующий, то он тоже, в принципе, может понять, правильно ли он вопрос задает, того ли уровня. А именно, если он долго и упорно пытается решить эту проблему, а она все не решается, а ему все плохо, а ему все неспокойно на душе, значит, если человек достаточно умный, то ему стоит задуматься, а ту ли он проблему решает? Надо ли себе задавать вопрос, почему я не умею любить, и не стоит ли себе задать вопрос, кто я такой? Вот о чем речь. Это показатель правильности. А? Утешить он хочет. Да. Вот. Ну да. Ну это точно, это не поддается сомнению. Отец Ларион, а у вас какие критерии правильности и неправильности заданного вопроса? Самому себе. Самому себе. Ну да. Но монахи-то тоже для себя живут. Да? Пушечное мясо.
Но бросают же семью, семью бросают, бросают детей, уходят в монастырь, да, для своего душевного роста. Такой духовный эгоизм определенный. Я бы, кстати, насчет возможной точки зрения атеистов, который отец Илларион сказал, насчет того, что верующему человеку проще, собственно, жить, потому что вот у него уже готовый свод правил, который просто нужно соблюдать, и все будет прекрасно. А вот атеист, на самом деле атеисту проще жить гораздо, потому что он сам себе устанавливает правила, которые ему взбредет в голову, так сказать. То есть в этом смысле он абсолютно ничем не ограничен. Но и цели ближе. И, соответственно, он себе ставит правила, которые ему легче выполнить. То, что заложено в Библии, допустим, да, те же 10 заповедей, да, это очень сложная вещь для того, чтобы по ним жить. И никто практически, я уверен, не имеет права говорить о том, что он живет полностью по заповедям. Потому что это сложнейшая вообще задача, это гораздо сложнее, чем атеисту, который просто устанавливает себе некий список целей и задач, сам их решает, сам их устанавливает и чувствует себя удовлетворенным и даже, возможно, более счастливым, чем верующий человек, который осознает, что, насколько он несовершенен и насколько он должен еще много сделать для того, чтобы свою душу выстроить в соответствии с тем, как в Библии написано. Если было бы возможно жить по заповедям, не было бы тогда тайной исповеди. Отец Илларион бы сидел там, и к нему никто не шел бы. Ну да, однозначно. Да? Отец Илларион, к вам народ приходит, да? Мы вот знаем, вы у нас... Агрессивные приходят атеисты? Атеисты приходят агрессивные? Агрессивные атеисты приходят, которые приходят и первым делом спрашивают, ну и что у вас тут, ну что вам в вашем боге тут хорошего, я вот без него живу и мне прекрасно. Да. Кто ты такой? Такие бывают? Ну да. То есть я бы сказал по-другому, у вас же там условия жизни чуть посложнее, чем у нас, да? В физическом смысле, я думаю, исключительно, в плане инфраструктуры. Но как-то так получается, понимаешь, что вот вопросы, которые себе человек задает, допустим, то, что отец Илларион сказал, будучи не так образованный, как в столице, да, они ближе именно к церкви. Потом человек начинает заниматься там наукой, саморазвиваться, отходит, а потом, в конце концов, когда человек становится Эйнштейном, он опять возвращается к тем же вопросам, с которых хочется верить, что в данной ситуации Маркс, старик, был прав, а именно переходе к качественных изменений в количественные, точнее, количественных в качественные. И рано или поздно человек, уйдя от, так сказать, в свое ложномудрие, вернется, поняв, что ответов на вопросы со всем своим уровнем интеллекта он найти не может, и возвращается обратно к истокам, к религии, к вере, к церкви. Хочется в это верить и надеяться. Я все думаю, кого нам напоминает на картинке отец Илларион, да, когда вот находится посередине, именно портрет Карла Маркса. А, кстати, да, портрет у нас висит. Надо, я же говорю, надо вот здесь вот сделать по краям лучи. Лучи. Солнечные, чтобы это было так. Ну, мы как-нибудь постараемся. Ну что ж, друзья мои, давайте первый вопрос тогда мы закончили. Ну, собственно, да, по большому счету понятно. Вот. Первый вопрос мы закончили, и мы коротенечко попрощаемся, потому что мы здесь отрежем, да? Вот. Как всегда. Как всегда. Вот. Мы скажем всем пока-пока, этот выпуск не закончен. Слушайте следующий вопрос.